Уютная миниатюрная библиотека в микрорайоне пригород Лесное открылась всего 2 года назад, но уже стала настоящим центром притяжения местных жителей. Здесь можно найти не только более 6000 разнообразных книг и журналов, но и многочисленные кружки по интересам для детей и молодежи. Занятия по раннему развитию для самых маленьких, подготовка к школе, арт-студия. Используют они не только там краски, гуашь, акварели или еще что-то. Они могут заняться валянием, то есть это разностороннее развитие. Вокальный ансамбль «Счастье». У них проходят, занятия в нашей библиотеке, тоже разные возраста, то есть это от 5 лет и старше уже пошли, 2 группы сформированы. В начале февраля посетителей у библиотеки стало еще больше. Здесь открылся цифровой офис многофункционального центра «Мои документы». Спектр, скажем так, услуг разный: выписка из домовой книги, перевод в школу, запись в школу, запись в детский сад. Помогаем также записаться на прием ФМС, субсидия, компенсация ЖКХ, подача на социальную карту. Так как в цифровом офисе все оформляется через федеральные и региональные порталы госуслуг, у заявителя должна быть подтвержденная учетная запись. Ежедневно сюда за помощью обращаются более 50 человек. Мамочки приходят с колясочками на занятия, и они сразу могут получить какую-то услугу. Да? Это удобно. При необходимости получить заказанные документы можно в Центральном МФЦ в Видном или филиале в Молокове. Цифровой офис многофункционального центра в Мисайловской библиотеке по адресу Молодежный бульвар, дом 10, работает со вторника по субботу с 10 до 18, с перерывом на обед с 13 до 14 часов. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.